Всем привет! Сегодня я вместе с вами хочу распаковать фигурки от Funko Mystery Minis по фильму «Мстители. Финал». Особенность этих фигурок заключается в том, что неизвестно, какой именно персонаж попадется. Как вы видите на фоне, у меня уже есть небольшая коллекция, часть из которой относится к «Войне бесконечности», одна фигурка по последней части «Человека-паука» и почти все фигурки из той серии, которую мы будем распаковывать. Для полного комплекта не хватает всего троих – «Черная вдова», «Ронин» и «Небула». Я попытаюсь найти их в 8 нераспакованных коробках. Итак, приступим. Сама коробочка выглядит следующим образом. На ней изображены логотипы Marvel, Мстителей, а также логотип Funko. Ну и, конечно же, вся коллекция. Открываем. Кто же это у нас? Да. Да, это повтор. Такой уже у меня есть, поэтому открываем следующую. И это Танос. Опять повтор. Следующая. Неужели снова Танос? Упс. Следующее. Это вообще не к месту. Опять повтор. Итак, мы открыли уже 4. Это ровно половина. У нас осталось еще 4. Халк. Больше никого? Куда еще больше? Да, найти новые фигурки, которые мы ищем, очень тяжело, потому что они очень редкие. Что свидетельствуют эти номера? О чем, точнее, свидетельствуют эти номера? Ну, опять Кэп. Опять Кэп. Да. Фигурки, конечно, классные, красивые, сделаны очень качественно. И это башкотрясы, как и большие Funko-фигурки. Итак, идем дальше. Осталось всего 2 коробки. 2 коробки и 3 персонажа. Может, нам положили сюда редкого персонажа? Нет, нет. Это Капитан Марвел, и такая у меня уже тоже есть. Еще один повтор. Итак, последняя коробка. Даже не хочу определять на ощупь. Мне кажется, что это что-то, что уже есть. Да, да. Это Человек-муравей, но это хорошая фигурка, потому что она очень редкая. Единственный плюс сегодняшней распаковки. И еще один повтор. Итак, нам не удалось найти новых персонажей. И мы получаем 8 повторов. На самом деле у меня намного больше этих повторов. И я хотел бы разыграть их среди вас. Условия конкурса, ну как конкурса, розыгрыша. Условия розыгрыша я оглашу позже. Следите за новостями. Всем спасибо. Пока.